Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о мойках высокого давления компании «Штиль» среднего класса, или еще как принято говорить, полупрофессионального. Такие модели, как RE-143 и RE-163. Мойки высокого давления «Штиль» среднего класса предназначены для коммерческих областей применения, таких как маленьких мастерских, в садоводстве, в ландшафтном дизайне, фермерском хозяйстве и, конечно же, для взыскательных частных пользователей. Эти мойки с легкостью справятся с такими видами работ, как мойка машин, лодок, террас, помещений для скота, плавательных бассейнов, удаление сильных въевшихся загрязнений, а также регулярных работ по очистке садовых участков. Что нужно для моек высокого давления? Всего два компонента – вода и электричество. Мойки среднего класса «Штиль» работают от электросети напряжением 220 вольт и могут работать как от центрального водоснабжения, так и в режиме самовсасывания из водоема или емкости с водой. Остановимся на технических данных. Модель RE-143 имеет диапазон рабочего давления от 10 до 140 бар при пропускной способности насоса 610 литров воды в час при потребляемой мощности электродвигателя 2,9 кВт. Модель RE-163 имеет рабочий диапазон от 10 до 150 бар, пропускную способность насоса 650 литров воды в час и мощность электродвигателя 3,3 кВт. Мойки «Штиль», благодаря особенностям конструкции насосов и бесщеточных двигателей, имеют высокую производительность. На всех мойках «Штиль» блоки клапанов и корпуса насосов выполняются только из высококачественных материалов. На мойках среднего класса они выполнены из латуни, что обеспечивает высокую прочность и, конечно же, полную защиту от ржавчины. Создание давления в насосах осуществляется через поршни, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали. На модели RE-163 имеют еще и керамическое напыление, что обеспечивает очень долгий срок службы всего насоса. На мойках установлены асинхронные двигатели, так называемые бесщеточные. Что это дает? Мойки очень тихие в работе, что абсолютно не напрягает слух. Мало греются, поэтому имеют очень долгий срок службы и возможность работы без перерыва длительное время. И нет необходимости в обслуживании, благодаря отсутствию щеток. Масло в двигателе на весь срок службы, менять его не надо. Работа мойки осуществляется в стоячем вертикальном положении, то есть в каком положении хранится мойка, в таком и работает. Компания «Штиль» заботится о безопасности, комфорте и удобстве своих пользователей. Мойки имеют несколько степеней защиты. От перегрузок, которая обеспечивает отключение двигателя в случае падения напряжения в сети и перегрева двигателя. Также имеется автоматика отключения. При отпускании курка пистолета электродвигатель автоматически отключается, и мойка переходит в режим ожидания, предохраняя таким образом систему от формирования избыточного давления. Корпуса моек выполнены из высокопрочного полимера, который отлично защищает двигатель и насос от внешних воздействий. И благодаря своей конструкции мойки «Штиль» не боятся прямого воздействия воды, то есть не боятся дождя и есть возможность помыть мойку ей же самой. Мойки отличаются удобной эргономичной конструкцией с узнаваемым привлекательным дизайном компании «Штиль», выполненным в едином стиле. И все, казалось бы, на первый взгляд мелочи продуманы на все 100%. Мойки «Штиль» имеют большие колеса, что позволяет без проблем перевозить их через небольшие преграды, такие как бордюры, лестницы, и, конечно же, обеспечивает легкое, тихое и комфортное перемещение. Шланги высокого давления с стальным армированием имеют высокую прочность, что позволяет использовать их в самых сложных условиях работы. Мойки укомплектованы эргономичными и практичными разбрызгивателями. Они очень удобны, сконструированы таким образом, чтобы любой потребитель мог быстро и удобно подготовиться к необходимому виду работ. Быстросъемные элементы, такие как насадка, удлинитель, пистолет и шланг, гарантируют быструю подготовку к работе.
и быструю замену насадок и принадлежностей. Трубка пистолета легко поворачивается, обеспечивая поворот струи без неудобного поворота рук. И таким образом можно удобно направлять струю в нужном направлении. Крепление шланга к пистолету осуществляется через быстроразъемную муфту и обеспечивает защиту от перекручивания шланга. Курок пистолета сделан таким образом, что нажатие на него происходит указательным и средним пальцем, а мы знаем, они самые сильные в руке, что обеспечивает долгую работу с меньшей усталостью. Две насадки в комплекте с каждой мойкой, роторная и плоскоструйная, позволяют применять мойку в различных режимах. Плоскоструйная насадка используется с любым рабочим давлением. Она создает регулируемую струю воды, выходящую в одной плоскости под определенным углом. А роторная формирует быстро вращающуюся точечную струю воды, которая выходит из форсунки под нулевым углом, что обеспечивает максимальное давление и способна справиться с самыми стойкими загрязнениями. На мойках среднего класса имеется регулятор давления, который облегчает регулировку рабочего давления и расхода воды в соответствии с конкретной задачей. Очень легко регулируется. Расположенный по центру манометр позволяет быстро и просто контролировать текущее давление воды. Бак для моющего средства компактно встроен в корпус мойки. Экономит место. Бачок на 2 литра с широкой горловиной и откидной для легкой заправки моющих средств. Для промывки его можно полностью снять и обратно поставить. Бак прозрачный, что позволяет контролировать оставшееся количество моющего средства. Кроме того, возможна подача моющего средства из внешней емкости. Система дозирования позволяет регулировать количество моющего средства в зависимости от степени загрязнения. Это благоприятно сказывается на экологии и, конечно же, на вашем кошельке. В серийную комплектацию моек входит водяной фильтр для защиты моек от содержащихся в воде примесей, то есть не нужно покупать дополнительно. Все мойки «Штиль» оснащены различными держателями для аксессуаров и принадлежностей, что позволяет хранить насадки, распылительные трубки, пистолет, шланг в одном месте, прямо на мойке, всегда под рукой и благодаря удобному хранению не потеряются. Есть специальный откидной отсек для удобного хранения насадок. Мойки имеют выдвижную алюминиевую рукоятку, которая обеспечивает удобное хранение и транспортировку, не утяжеляя при этом всю конструкцию. Телескопическая ручка складывается при хранении, делая мойку более компактной, и достается при транспортировке. Делается это очень легко. Нижний поворотный держатель кабеля обеспечивает легкое и быстрое снятие кабеля без длительного разматывания и сматывания. Нижняя алюминиевая транспортная ручка облегчает переноску и погрузку мойки, ну, например, в багажник автомобиля. В комплектации мойки РС-163 входит текстильный шланг 12 метров, который заменяет обычный садовый шланг для подвода воды. Располагается на задней части агрегата. Как мы видим, в свернутом виде занимает намного меньше места, чем обычный садовый шланг. Модель РЕ-143 также может дооснащаться этим шлангом. Тем более, комплект крепления уже в комплектации. Все это дает повышенный комфорт и удобство пользования. Сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийные периоды вы сможете осуществить в любом официальном сервисном центре. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с продукцией фирмы «Штиль» у ближайшего к вам официального дилера, где вы сможете получить исчерпывающую консультацию и приобрести понравившийся агрегат.